Как приучить Йорка к пеленке дома быстро? После приобретения щенка перед владельцем возникает проблема приучения четверолапого друга к горшку. Собаки крупных пород справляют свою нужду на улице, а вот йоркширских терьеров часто приучают к хождению на лоток либо пеленку. Обучение нередко затягивается на долгие месяцы, так как лишенные опыта собаководы совершают ошибки, из-за которых щенок не хочет поддаваться. Исправлять нужду в специально отведенном для этих целей месте. Как приучить Йорка к пеленке и какие проблемы могут при этом возникнуть? Информация по этому поводу представлена ниже. Для чего нужно учить? Зачем приучать Йорка к пеленке? Собаки мелких пород плохо переносят морозы. Часто щенки, выходя зимой на улицу, стоят около подъезда, стремясь как можно скорее попасть обратно домой. Сходить на холоде в туалет им сложно. В такой ситуации настоящим спасением станет приучение малыша к хождению в туалет на пеленку. Приучение четверолапого друга к горшку – долгий процесс. К сведению. Всего 4-6 недель дрессировки, и щенок поймет, что ходить в туалет необходимо только на пеленку, в лоток. Туалет для маленькой собачки, лоток, газетка, пеленка. В качестве горшка для Йорка отлично подойдет пеленка, газетка либо лоток. Ниже можно ознакомиться с особенностями каждого вида туалета для собаки. Лоток. Существует большое количество лотков для собак. Приобрести их можно в специализированном магазине. Среди наиболее популярных моделей выделяют туалеты со столбиком, классическая разновидность горшка, которая состоит из сеточки и поддона. Также в комплект входит съемный столбик, который дает возможность кобелям справлять нужду, выбирая физиологическое положение, задрав при этом заднюю лапу. Туалет со столбиком необходимо мыть каждый день, снимая при этом сетку с поддона. Горшок не способен впитывать запахи мочи и кала. Мыть приспособление первые месяцы следует только водой, так как ароматы моющих средств могут отпугнуть четверолапого друга. Йорк метит в квартире, что делать? Приобретение туалета со столбиком станет настоящим спасением в данной ситуации. И кастрировать пса будет совершенно не обязательно. Лотки с наличием коллектора, простейший вариант горшка, который оснащен решеткой. И поддоном, изготовленным из пластика. После справления нужды лапки питомца остаются сухими. Горшок достаточно легко моется благодаря тому, что сетку можно снимать. В продажу поступает несколько моделей лотка, которые отличаются высотой бортиков. В горшках с наличием высоких бортиков имеются специальные проходы для собаки. Кобели имеют возможность писать на внутренние стороны бортиков. Модели с низкими бортами идеально подойдут для сук. Лоток с наполнителем. Разновидность горшка, которая позволяет собакам закапывать следы своих походов в туалет. В поддон со средней высотой бортиков засыпается наполнитель. Сухие наполнители позволяют впитывать мочу и маскировать неприятный запах. Однако, выбирая такой наполнитель, важно следить, чтобы четверолапый друг не ел его, ведь это может стать причиной непроходимости кишечника. Туалеты с наполнителем используются крайне редко. Такие варианты подходят лишь некоторым щенкам, которые, перед тем как сходить в туалет, любят покопаться в земле. Горшок с газоном. Лоток со сменными пеленками. Плоский поддон оснащен фиксаторами для пеленки, что позволяет застелить ее на поверхность дна емкости. После того, как песик посетил туалет, можно не переживать, что моча расплывется. Пеленка впитает всю жидкость. Можно приобрести как одноразовые пеленки, так и многоразовые. Последние можно стирать. Поддон не впитывает неприятный аромат и надежно защищает пол от протеканий мочи. Мыть такой лоток довольно просто. Лоток с газоном – трехуровневая конструкция, в нижней части которой располагается вместительный бокс. Именно здесь собирается моча. Средним слоем конструкции выступает защитная сетка, наделенная функцией запирания неприятных ароматов. Верхнюю часть производитель оформил в виде газона. Травку изготавливают из прорезиненного материала.
она достаточно хорошо пропускает влагу внутрь контейнера. Лоток с газоном отличается простой сборкой, что не усложняет уход за конструкцией. Неприятные ароматы мочи остаются во внутренней части лотка, что дает возможность мыть горшок раз в два дня. Какой лоток выбрать, решать только владельцу, который благодаря изобилию моделей сможет подобрать вариант, подходящий под конкретную ситуацию. Обратите внимание. В продажу поступают лотки с системой самостоятельной очистки. Это очень удобный вариант для владельцев животных, которые проводят много времени на работе. Газета. Газетка является временной мерой, которая позволяет очертить рамки туалета. Бумажный материал не способен удерживать мочу. Лужицы будут расплываться по помещению. Поверхность пола будет мокрой. Газетку целесообразно использовать в процессе приучения питомца к горшку. Для этого необходимо смоченный в моче отрезок газетки положить в горшок. Таким образом, аромат можно будет перенести в новый лоток, что даст возможность щенку быстрее сориентироваться и найти правильное место, чтобы справить нужду. Пеленка. Поступающие в продажу пеленки могут быть матерчатыми либо прорезиненными. Последние отличаются хорошими впитывающими характеристиками и способностью удерживать большое количество мочи. К сведению, пеленки могут быть использованы в качестве самого туалета, однако лучше всего приобрести специальный лоток с фиксаторами и размещать пеленку именно в этом месте. Основные принципы обучения. Чтобы приучить своего четверолапого друга к хождению на пеленку, важно соблюдать рекомендации специалистов, которые перечислены ниже. Выработка привычки. Йорка необходимо систематически сажать на пеленку, особенно важно контролировать поведение собаки. Как только она начнет суетиться и искать место для туалета, нужно как можно скорее отнести ее в лоток. Как только Йорк просыпается либо завершает прием пищи, необходимо перенести его на пеленку. Ограничение пространства – немаловажный этап приучения, который позволяет следить за поведением собаки. Всю площадь можно застилать пеленками, тогда у Йорка не останется выбора, и все свои дела ему придется делать именно на нее. Поощрение – главное правило дрессировки. Когда щенок йоркширского терьера ходит в лоток либо на пеленку, необходимо хвалить его и давать угощения. Правильно расположить горшок. Лоток с пеленкой должен стоять в доступной зоне, куда четверолапый друг сможет попасть без помощи человека. На первых порах лучше выстелить пеленки в разных местах помещения, чтобы питомец выбрал наиболее удобное место, чтобы справить нужду. Приучение к горшку – непростой процесс. Способы приучения йоркширского терьера к пеленке или туалету. Как быстро приучить Йорка к туалету дома? Приучение к лотку должно происходить с момента появления домашнего любимца в доме. С первых же минут следует ознакомить малыша с его местом, миской, конечно же горшком. Важно первые недели нести собаку после пробуждения и приема пищи на лоток. Если у питомца получилось сделать свои дела, необходимо его поощрить, погладить и дать вкусняшку. Важно! Не стоит уносить пеленку слишком далеко от места, где будет спать малыш. Собачий туалет необходимо постепенно перемещать на постоянное место. Как отучить Йорка писать где попало? Чтобы Йорк не писал в место, на котором раньше лежала пеленка, следует обработать его специальным средством, которое способствует устранению запаха. Также можно воспользоваться средством, когда четверолапый друг сделал свои дела в неположенном месте. Как приучить йоркширского терьера к туалету на улице? Если Йорка изначально приучают ходить в туалет на пеленку, не стоит забывать о необходимости приучения собаки к посещению улицы, чтобы справить нужду. После того, как собака поела, необходимо каждый раз выводить ее на улицу, дожидаясь, пока она сделает там свои дела. Лоток со столбиком. Первое время после прогулки Йорки будут ходить в туалет и дома. Приучение должно быть постепенным. Не стоит ждать от собаки сиюминутного послушания. Во время прогулки важно придерживаться рекомендаций специалистов.
не стоит подводить маленького йоркширского терьера к котам и другим собакам, особенно крупных пород. Они могут напугать его, или же щенок будет занят играми, а походе в туалет совершенно забудет. Лужи и место с сугробами стоит обходить стороной. При сильном морозе рекомендуется одевать как молодую, так и взрослую собаку в комбинезон. В противном случае из-за холода Йорк не сможет сделать свои дела и будет гадить дома. Обратите внимание. Во время вьюги и сильного мороза лучше оставить собаку дома и дать возможность ей справить нужду в лоток либо на пеленку. Нужно ли наказывать собаку и как? Можно ли наказать собаку при непослушании? Ни в коем случае нельзя допускать ситуации, чтобы владелец кричал на своего четверолапого друга. Даже если животное пописало мимо лотка, не стоит ее тыкать носом в лужу и кричать. Особенно это касается ситуаций, когда хозяин не видел совершения преступления. Собака в данном случае не способна связывать крик своего владельца с содеянным процессом опорожнения. Крики, уж тем более, рукоприкладство не помогут приучить Йорка к пеленке. Наказание возможно только в том случае, когда собака сделала кучку непосредственно на глазах владельца. Хозяин должен не кричать, а погрозить щенку пальцем и сказать несколько раз: «Нельзя так делать, ты плохо сделал». Обратите внимание. Прививая страх щенку своим криком, можно добиться лишь того, что животное будет опорожняться в укромных уголках, чтобы хозяин не обнаружил неприятную находку. Выбор лотка для йоркширского терьера. Йоркширские терьеры – собаки миниатюрного размера. При выборе лотка стоит избегать моделей со слишком высокими бортиками. Лотки для котов тоже не подойдут. На поверхности дна горшка должна быть установлена решетка. Это даст возможность собаке не пачкать лапки. Немаловажно обращать внимание на качество пластика и размерные характеристики горшка. Важно! Владельцам кобелей стоит приобретать лотки со столиком, так как собаки любят поднимать лапку во время мочеиспускания. Когда бортики лотка невысокие, рекомендуется приставить его к стене, а обои прикрыть пластиковой панелью. Не стоит кричать на песика при непослушании. Что делать, если Йорку не нравится лоток? Почему Йорк начал писать где попало? Бывают случаи, когда йоркширский терьер не принимает лоток в качестве места, которое должно использоваться для опорожнений. Чтобы справиться с этой ситуацией, потребуется приобрести другой горшок, который понравится собаке. Нередко животное отказывается ходить в лоток из-за того, что от пластика исходит неприятный аромат либо холод, что довольно часто происходит, когда приспособление расположено в прохладном помещении. Распространенные ошибки. При обучении своего любимого песика стоит проявлять любовь и настойчивость. Лишенные опыта собаководы нередко совершают ошибки, приучая питомцев к горшку. Среди наиболее распространенных выделяют наказание Йорка за то, что он сделал свои дела в неположенном месте. Особенно это касается моментов, когда опорожнение было совершено давно. Собака не может осознать, за что на нее кричат. На фоне этого возникает боязнь хозяина. Питомец будет продолжать ходить в туалет где попало, не понимая, почему на него кричат. Резкое сокращение количества пеленок, которые были расположены по всей комнате, после того, как щеночек справил нужду на одну из них. Важно добиться от песика систематического хождения в туалет на пеленку. Если собака лишь пару раз опорожнилась на материал, это может быть случайностью. Следует добиться стойко выработанного рефлекса. Уменьшение числа материала, расстеленного на полу, должно проводиться постепенно. Таким образом можно снизить вероятность обнаружения сюрприза на полу. Обучение должно быть систематическим. При этом важно проявлять терпение, чтобы научить любимца перестать гадить в квартире. Только таким образом можно добиться положительного результата. Прилагая усилия и настойчиво обучая малыша, можно добиться, что питомец за 4-6 недель научится распознавать место, в котором можно справлять нужду. Лоток с высокими бортиками. Возможные проблемы и их решения.
В некоторых случаях возникают проблемы с приучением щенка к горшку. Нередко Йорк просто отказывается заходить в лоток. В данном случае необходимо понять причину и при необходимости заменить горшок. Если собака не хочет заходить на пеленку из-за того, что от пластикового лотка исходит холод, стоит перенести туалет в более теплое помещение. Также стоит обратить внимание, не исходит ли от пластика неприятный запах, который отпугивает питомца. Если аромат ярко выражен, придется заменить горшок на новый. Немаловажно быть ласковым после покупки четверолапого друга, ведь первым делом все же стоит приручить его, а уж потом добиваться послушания. Приучение щенка к хождению в туалет на пеленку – не такой уж и простой процесс. Самое главное – не проявлять слабости, следить за поведением питомца, систематически высаживая его на горшок. Проявленное терпение и настойчивость вскоре дадут свои плоды, и Йорк порадует послушанием, справляя нужду в лоток.